Что такое этикет? Этикет – это когда люди хорошо себя ведут. За столом. Это как правило поведения в столовой, как правило поведения на дорожном движении. Какие правила этикета вы знаете? Не кричать в школе, не пересаживаться на другие парты. И не перебивать учителя. Хорошо себя вести за столом, держать правильно ложку, вилку, хорошо сидеть за партой. И также говорить приятные слова людям. Ты ешь, не разговаривай. Поел, сказать спасибо. Нельзя в лесу костер. Нельзя ссориться. Кому надо уступать место в автобусе? Беременным женщинам. Девочкам. Бабушкам, дедушкам. Стареньким. Детям. Маленьким и беременным людям. И старым. Пожилым людям, инвалидам. И пассажирам с детьми дошкольного возраста. Кто первый должен здороваться при встрече? Мужчина или женщина? Мужчина. Потому что если женщина первая поздоровается, это получится некрасиво. Кто? Самый младший. Мужчина. Ребенок или взрослый? Мальчик. А потом взрослый. Ребенок, наверное. Меньше. Можно ли опаздывать на встречу? Если не следить за временем, можно. А если следить за временем, то нельзя опоздать. На одну, на две минуты. На пять уже нельзя. Нельзя, потому что это неприлично. Пять минут. Или либо 10. Надо ли всегда соблюдать правила этикета? Да. Мы так думаем. Да. Да. Всегда нужно соблюдать. Надо, чтобы люди друг друга уважали. Когда человек уже увидел один раз, что ты что-то не так сделал, а второй хоть исправился, одна-то в памяти осталась.